Итак, небольшая новость для подписчиков канала. Сейчас только что вышел один выпуск по семерке. Далее с периодичностью раз в неделю примерно. Возможно, будут дни недели меняться. Планирую выпускать по одному выпуску, так как сейчас у меня есть компьютер и есть возможность монтировать. Материала сейчас много, пока есть из чего монтировать, но я не отвечаю за сохранение хронологии в видео. То есть они могут выходить в разнобой по разным темам. И может нарушаться логическая цепочка времени. Я, конечно, буду пробовать это как-то все совместить, чтобы это было более-менее понятно. Но как будет, так будет.